Михаил Русаков представляет видеоуроки гитариста и преподавателя Александра Никонова. Привет, дружище! Сегодня я покажу тебе классный способ импровизации поверх джазового блюза, так что поехали! Очень часто начинающие гитаристы путаются в сложной гармонии джаз-блюза и следят за аккордами, чтобы играть поверх них лады либо арпеджио. Такой метод имеет место быть, но что делать тем, у кого еще не развито видение ладов и арпеджио каждому конкретному аккорду в гармонии? Метод очень простой, мы просто берем и играем на первые 4 такта мажорную блюзовую гамму. А на все остальные минорную блюзовую гамму. И сейчас я попробую поимпровизировать в тональности си бемоль мажор, используя наш метод. Поехали! Дружище, это был весь урок на сегодня. Обязательно приходи в группу, там я оставлю джем-трек под эту минусовку. Забирай его и играй с удовольствием. Подписывайтесь на канал Александра Никонова. Ссылка в описании к этому видео.